Здравствуйте, хотел бы рассказать вам притчу о маленькой жемчужине. Жил-был на свете пытливый юноша, который пришел к мудрому старцу, который проповедовал свои учения, и говорит ему: «Старец, твои учения ни к чему не приводят». На что старец отвечает ему: «Возьми маленькую вот эту жемчужину и попробуй продать ее за 1 золотую монету». Юноша улыбнулся и пошел продавать ее, думая, что эта жемчужина стоит не 1 золотой монеты. Но никто на рынке не давал за нее более 1 серебряной монеты. Возвращается он к старцу, а он ему тогда говорит: «А попробуй отнести эту жемчужину к царскому купцу и спроси, сколько он за нее даст». Царский купец оценил эту жемчужину в 1000 золотых монет. И вернулся юноша к старцу, на что он ему отвечает: «Пока твое знание о мудрости не более знания торговцев рыбой о жемчужине. Так вот, чтобы понимать эти мудрости, нужно стать благоразумным купцом, ищущего эти жемчужины».